Одесса по традиции широко отмечает День независимости Греции. И если вчера в диппредставительстве состоялись официальные мероприятия, то буквально в эти минуты в Одесской филармонии проходит праздничный концерт. Перед зрителями выступит звезда греческой эстрады Йоргос Даларос. В эти дни греки и одесситы отмечают еще одну дату. 25 лет назад были установлены дружеские отношения между Одессой и городом Пирей. Организатор торжеств, почетный консул Греции Пантелеймон Бумбурас, завтра празднования продолжатся. Вы знаете, что греческий народ и украинский народ дружат больше, чем 2000 года. Я хочу усилить эту дружбу вместе два народа, поэтому я стараюсь что-то увеличивать все эти праздники. Будет парад. Пригласили детей из Фьожо на то, Харков, Львов, Днепропетров, Одесса, Киев, Мелитополь, Запорожье. Мне будет очень интересно. Я сегодня здесь, потому что я изучаю греческий язык. Культура Греции для меня очень интересна. Мне кажется, что греческий язык и вообще Греция – это как мать всей литературы и вообще мать культуры. И поэтому я считаю, что это должно интересовать людей.